Привет, красавчик. Привет. Джонни дома. Он сказал, что ждет тебя за обедом у Фредди. Ясно. Жалко, ты дрых, когда я пришла. А то поиграли. Может, другой раз, котик. Пока. Это было нечто. Ну, здорово, народ. Так, нам надо собраться. Так. Так. Нет. Нет, надо чем-нибудь цивильно одеть. Где плащ-то? А, он чисто вот так цвет меняет. Нифига. Ух, погнали, проходите. Нашу вырезанную, порезанную всю мафию. Надо сейчас тачку свою забрать. Блин, надо было еще похавать перед этим. И по-моему, у меня с оружием проблемы. Опа. На. Дура, баба! Ну я... Отвернись! Кто тебя за руль пустил? Не умеешь водить, сиди дома! Эй, это не девушка ли Джо вон там? Ну, одна из них. Так, ну пойдем поможем. Даже побежали. Ты мою машину разбила! Я разобью твою! Посмотри на мою тачку! Эй, мужик, усохни! А ты вообще кто такой? Сторонник вежливого обращения с женщинами. Так что давай, заткнись и отвали, пока я в хорошем настроении. Она что, твоя девка, что ли? Ну так ты за нее тогда и плати! Еще слово, и будешь зубы вставлять комплектом. А теперь нахрен отсюда! Я предупреждал. Ща мы им жопу не дерем. Хорош. Вот и все. Опять затрещал. Спасибо, красавчик. За мной должок. Зайдешь ко мне в гости на пирожок? Да, спасибо, но... Слушай, мне надо идти. Тебе понравится, обещаю. Ну, я тогда поеду. До встречи. Ты уже мог такое сделать. О, бабок дали. Можно и тачку себе присвоить теперь. Ха. Мне кажется, нормальная тема. Тема равно она уже не нужна. Так, нам в бар лететь. Ай. Бар. Так. Надо еще газетку взять, почитать. Газетка у нас вот там вон. Пойдем, дойдем, возьмем. Что у нас тут свеженького-то? Даже интересно. Так, давай, отец. Давай, не жмотись. Так. Ох, ёб твою мать. Обалдеть. Так, и что еще? Ну, а во, ну это что-то ограбили. Ага. Это про нас рассказывает. Ну, относительно про нас. Не мы же въехали. И еще должна быть новость быть. Блин, вообще, вот это круто они сделали. Прям. А, все что ли? Новостей больше нет? Про нас, то есть, еще не нету, да, никаких новостей? А, подожди, почему? Про талончики вы тоже рассказали. Про угнанную тачку рассказали. Ну, в принципе, да, все рассказали. Так, господа, я вас приветствую.
Приветствую. Здорово. Здорово, надо почавкать. Привет, парк. Хай. Так, Вита, это Лука. Алоха. Гурино. Он хочет поболтать с тобой, Джо. Лука, это Вита. Очень приятно, мистер Гурино. Оставим формальности. Зови меня Лука. Садись, Вита. Что вам принести? То же, что и мне, и побыстрее. Слыхал про ваш между собойчик с ирландцами. Анекдот. Поздравляю вас обоих с отличной работой. Салют. А салют. Вы просто молодцы, ребята. Почти у всех кишка тонка для такой работы. Так что... Готовы ли вы сделать следующий шаг? Да, конечно. Какой шаг? Я говорю о том, чтобы убрать кое-кого. Просто потому, что на него показали пальцем. Ага. Я воевал, мистер Гурино. Я только и делал, что убивал, кого прикажут. На кого указал пальцем президент. Хорошо, президент, мне нравится. Да, но ты... Ты говоришь про фрицев, верно? Ну, знаешь, плохих парней. Я не это имел в виду. Понимаешь? Да, я понимаю. Хорошо. Нам нужны такие люди, которые умеют выполнять приказы без вопросов. Если справитесь со следующей работой, как с этой, есть неплохой шанс, что вас примут в семью. После вступительных взносов, конечно. И сколько это? 5000 сносов. Это ж охренеть сколько! Эй, никто не говорил, что это дешево. Но поверь мне, оно того стоит. Петухи. Ладно, вам решать в итоге. Самые настоящие Генри петухи. Генри ведет вас в курс дела. Увидимся позже, вот парни. Вот ты где. Да, босс? Ты уже сделал, что я тебе говорил. Да, все под контролем. Ты Генри... в прошлый раз так говорил. Не подведи меня снова. Босс, я... Жить! Пошли со мной. О других делах поговорим. Так что за работа, Генри? Рассказывай. Нужно убрать кое-кого. Это мой заказ, но мне нужна помощь. И это ваша работа. И кто везунчик? Один жердяй с того берега. Его предупреждали, но он думает, что неуязвим. Хм. А это как? Ну, его уже как-то пытались убрать. И? Скажем так, его слегка недооценили. Насколько слегка? Фатально. Это ты хочешь сказать, что убили их, да? Эй, они облажались. Мы справимся. Я снял квартиру через улицу от его заведения. Засядем там, дождемся, пока он заявится, и бум, завалим его. И как завалим? Из МГ-42. А где мы достанем МГ-42? Гарри? Да. Он ветеран, как и ты. У него свой оружейный магазин в Кингстоне. Достанет что угодно, от пугача до базуки. И никакое драное разрешение не спросит. Ладно, мы с Джо поедем на квартиру, а ты заберешь пулемет у Гарри в Кингстоне. Все оплачено, просто скажи, что ты от меня. Потом встречаемся в квартире. Сент-Айленд, дом напротив спиртзавода. Квартира 233. Окей, квартира 233. Скоро увидимся, парни. Ну, до встречи. Удачи, кореш. Так. Ну, поехали. Ну, как раз про Гарри говорили тоже, там что-то вырезанное у них было. Пока, но разочарую вас сразу же. То, что вырезано, не добавлено. Так, чё, валим тогда? Так, это нам надо из города выезжать. Ну вот и мы прилетели. Алло! Что случилось? Меня прислал Генри Томасино за своим заказом. Давай, заходи! Алло, это Вито?
Ух. Ну, пока тут ничего не поменялось. Привет. Здорово. Так, значит, это про тебя Генри говорил, а? Ага. Добро его у тебя. Да. Вот, любуйся. МГ-42. Сделано в Германии. Мы его звали циркулярка Гитлера. Красавец. 25 фунтов. Калибр 7,92. 1200 пуль в минуту. Самый быстрый в мире. Лента на 250 патронов. 3/4 мили прицельной стрельбы. Сверхнадежен. Не знаю, на что вы там охотитесь. Но если только это не танк... Сайонара, крошка. Эй, показать тебе, как им пользоваться? Нет, спасибо. Я с ним знаком. Я тоже служил. Не врешь? Точно не врешь? Постой-ка, где ты был? Нормандия, а? Нет? Африка? Дай-ка угадаю. Операция «Хаски». Да? И в каком полку? 504-й парашютный. Хрена себе, ты десантник. Говорят, там жарко было. Ну, как сказать, не пикничок. Меня ранили и домой. А, награды есть? Да, пурпурное сердце и крест. Ого, ну надо же, крест. Я тебе скажу, их не раздавали, за что попало. Я был в Нормандии. Мы высадились на Юта-Бич. Тоже была совсем не прогулка. Блин. Реально вырезали. Забор на обратном пути. Ну нахрена? Же... Вот и тут, по-моему, целая глава еще должна была быть. Ну, в общем, отвоевался и ладно. Девушки-воробушки. Слушай, мне правда пора. Ну ладно. Эй, да, кстати, я Гарри. Я Вито. Рад знакомству, Вито, правда. Я рад. Если понадобится оружие, ты знаешь, где искать. Ну, забирай. Надеюсь, ты на колесах, он тяжеловат. Ха, удачи. Спасибо. Рад знакомству, Гарри. Пулемет в ящике. Боезапас в машине во дворе. 2000 патронов. Бери, все оплачено. Давай, удачи. Опять поддергивается прям. И он туда не влазит. Так, если на это дело пошло. Он размером больше. То есть, ну... Как бы он положил прям как он есть в коробку. Нехорошо. Нехорошо. Калитка закрылась сама по себе. Чик. Погнали. Так, тачку свою бросим. Наш пропилац. Зима, скользко. Так, а ехать нам, получается, на край этого района. Да ладно. Ну, я так полагаю, мне надо с оружием, да? Нет? А ради прикола я сейчас быстренько поднимусь. Господа. Господа. Блин, прикольно. Этого не было тоже. Ну, не знаю, есть ли в этом смысл. Откуда ты, Генри? Сицилии. Что привело тебя в Штаты? Муссолини. А что тебе билет купил? Не умничай, Джо. Мой отец был человеком чести. Когда Муссолини пришел к власти, дела пошли плохо. Отец понял, что или меня заберут в армию, или я сяду. Так что он отослал меня в Америку и пристроил у Клемента. Сам отец не поехал? Он сказал, что слишком стар. Фашисты его арестовали, и он умер в тюрьме.
Они даже не вернули тело, чтобы мы могли его похоронить. Да, жестоко. А где ты так выучил английский? Вот они, черные машины. Так. Вита, целься в Толстого. Сними его, пока он не добрался до здания. Готов? Ладно, я готов. У них ладно, пушки! Наш выход. У них пушки! Вон там, в том окне! Бля! Блин. Ну, бутер надо схавать в любом случае. Так, патроны полные у нас. Наверху что там альбом, по-моему, лежит. Я прикрою, Вика, ты че? Ладно, Вита, поплыли. Поплыли. Ну, давай, чёрт, кто? Чёрт, ты стрелять вообще не умеешь! Хорош! Хорош, хорош, на! Печёнку тебе! А то жердяй уйдёт! А, всё? Ты первый, Вита! Ты же у нас, блин, герой войны! Вперёд, да, конечно! Кроем. Давай! Мы идём за тобой, жердяй! Я захожу! Ну, у него было бессмысленно там стрелять! Будь начеку, Вита! Ух. А теперь вся эта чёртова клака сгорит дотла. И не говори. Я лучше всех. Нет, я. Ух, хорош. Берем, конечно. Вита, мы идем или как? Конечно. Тебя в армии так научили? Да конечно, еще какой. Я лучше всех. Ладно, Вита, поехали. О боже, дед! Че ты орешь там? Хорошо. Он заходит. Давай, жми кнопку, Вита. Хорошо. Ну, пока все по-старому. Ты что это творишь, а, Джо? А? Я пить хочу. Клёвую выпивку попробую. Пьём на работе, да? Когда ты стал ирландцем? Блин, ну ладно. Вот и они! Ух. Хорош. Я прикрою, Вика, вперёд! Погнал. Где ты? Будь на чеку, Вита! Да каком чеку? Ой! Ты это видел, да? Я с автомата стрелял пистолетом. Поехали, поехали. Живее, свинка наверху. Блин, мне так пистолет понравился. Ой, ёб твою мать, дурак, блядь. Ух. Так. Раньше надо было думать о жене. Привет от Дона Климента. Все. Ах ты ж гнида позорная! Ну как бы все. Все в крови. Мне надо к Эль Греко. Это художник?
Нет, блин, доктор! Ладно, потерпи, потерпи, довезем тебя в минуту. Грек, который в Хайбруке живет. О, Мадонна, ты тяжелее, чем кажешься. Так. Урод жирный. Чуть яйца мне не отстрелил. Ну, пока без изменений, все. Я тебе даже близко не попал. Пока все чисто. Эй, осторожнее. Не надо же. Я не хочу. Хорош. Сразу отбежаться. Я все. Все гребаное заведение разваливается. Вперед, вперед! Ты играешь с большими мальчиками? Да. Да. Так. Быстрее, огонь распространяется. Черт, я знал. 13-й контракт. Так, где выход-то? Черт, вообще о чем, везунчик? Ух, хорош. Блин, автомобиль. Такой себе. Так, на реалистичную езду я отключил сразу, манду. Чтоб с кайфом доехать. Чёрт. Бля. Вита, гони Кель Грека. Время на исходе. Надо сесть как-то... Стоп. Это мне сейчас налево. Если я не доеду. Эй, не смей так говорить, приятель, просто царапай. Да доедешь, не переживай. Заштопает, а потом мы пойдем и напьемся. Нет, правда. Шшш, тебе нельзя говорить. Побереги силы. Я как-то видел это в кино. Да? Бля, я не туда повернул. И что стало с тем парнем в кино? Помер. Господи, ты водишь уже моей бабушке. Да и не говори. У меня ехать быстрее. Ты. Так, ну будем считать то, что это был обманный маневр мусоров. Давай, 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 газу, газу, давай. Вита, давай, эта штука что, быстрее не может? Не может. Возьми, еду как могу. Значит, плохо можешь. Просто расслабься, а? У меня в ноге дырка с мяч для гольфа, а ты не расслабься. Вези меня к Эль Греко, мать твою. Слушай, Генри... Это не я в тебя стрелял. Не надо на мне отрываться, а? Бля, тачку носить начинает. Давай, 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 давай. Так, парни, кто этот тип? Какой? Которому мы Генри везем. Эль-Грека? Блин, там мусора спереди. Ему баксы, он тебя штопает, и никаких вопросов. К нему ты идешь, когда тебе нельзя в больницу, гений. Не понимаю, чего в больницу-то не поехали? Потому что если ты припрешься в больницу с пулей, они сразу вызовут копов. Да, так что Эль Грека ребят вроде нас видят часто. Хотя тебе он вряд ли пригодится, Вита. На тебе все как на собаке заживает. Блин, и под конец уже вот где тормаживаться надо, и они тут как раз рядом. Газпум. Ух, хорош, прям. Эй, Генри, ты не спишь? Не теряй сознание. Да. Потерпи немного. Мы будем у Эль Грека через минуту. Я уже чую аромат сувлаки. Давай, 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 давай. Фух, все нормально. И времени предостатки. Вита, ты не можешь побыстрее. У Генри почти вся кровь вытекла. Черт возьми, еду как могу. Это да. Блин, они еще там. Надо ускоряться, чтобы я успел залететь. Вита, вон
вон тот дом, прямо перед ним. Да давай, давай. Такими темпами мы бы и пешком быстрее дошли. Ну вот и прибыли. Потерпи. Фух, нормально. Черт, как же больно. У меня аж сердце заболело. Вы доктор Эль Греко? Нет, художник, блин. Нашему другу нужна помощь, он истекает кровью. Спасибо, доктор. Дикер, за нами должок. Несите его в дом. Эллада. Стой. Деньги свои возьми. За работу, вот. Знаешь, это не к спеху, но спасибо. Ей, спасибо за все. Надеюсь, обойдется. Да, я тоже. Зайди потом ко мне. Ладно. Так, так. Ну, пепелац бы бросить бы лучше, да. Ну ладно, развлекаемся заодно. Мне просто доехать до хаты и все. Там я ее скину, наверное. Вот так вот надо. Мешаем доверие аккуратненько. Теперь мы стараемся, что надо ускориться, чтобы они не то самое. Блин, и тачек нормальных нету. Так, валим пока домой. Тихо. Фух, нормально. Сшибай его. Не знаю, чья это тачка, ребят. Вообще не в душе. Извините. Извиняю. Эх. Так, и что у нас тут ждет? Вито, привет! Как дела? Не-не-не, я просто принес деньги отдать отцовский долг. О, Вито, это здорово. Я хотела сама как-нибудь расплатиться по частям. У меня есть немного. Он нас не убьет. Я бы не был так уверен, но это уже не важно. Вот, держи. Откуда у тебя столько денег, Вито? Ты ничего плохого не натворила? Не бойся, все в порядке. Спасибо, Вито. Спасибо. Не вопрос. Ладно, мне пора. Не хочу, чтобы меня видела мама. Тоже будет спрашивать, откуда деньги. Не бойся, я что-нибудь придумаю. Ладно. Поцелуй ее за меня, хорошо? Обязательно. Береги себя, Вито. Ну, нормально. Нормально. Я у нас счет типа почти двушка. На Сбербанк онлайн. Так. Нам бы теперь как-то... На машине бы доехать. Или до дома лучше добраться. И мне интересно про дополнительное еще задание. Ух, ух! Ты че, пряник? Вот интересно. Ну, это понятно. Тут начнется новая глава. Просто помните, это когда просто миссия у Дерека появилась, она просто появилась, как бы. А, как бы все, больше ни у кого ничего не появлялось. О, кстати, газета. Давай. Давай сюда ее. Одна газетка. Ну, простой мужик. И что у нас тут? Ага, ну это рассказывали. Зря, наверное, я опять покупаю ее. Ну да. К сожалению, да. Это все у нас уже было рассказано.
Федералы взялись за рэкетиров! Спецвыпуск! Так почему мне рассказывает то, что он сейчас рассказал? Так, ну чё. Тогда будем здесь заканчивать, наверное. Миссий их нового нету. Пока все по-старому, как говорится. Вы на канал подписывайтесь срочно. Ну и всем удачки и покедова, народ.